After sannyas, Srila Bhakti Vedanta Prabhupada, he tried to fulfill desire of Prabhupada Saraswati Thakur's heart desire. После принятия саньясы Шрила Прабхупада старался исполнить желание, сокровенное сердечное желание своего гуру Шрилы Сарасвати Такура. No one believe it will be possible by someone can preach Krishna consciousness in America or British country. Никто тогда не мог поверить в такую возможность. Никто тогда не верил, что кто-либо сумеет такого достичь, что кто-либо сумеет проповедовать сознание Кришны в Америке или Англии или западных странах. But our enthusiasm always giving him support. But we cannot believe that he can do it. Наш энтузиазм всегда давал ему какую-то поддержку, но все равно мы не могли поверить, что подобное свершение будет в его силах. But unlimited enthusiasm he have, and crossing over the all obstacles, he started his preaching in America first, and went to Boston. You know that history, which way he went. Однако его энтузиазм был неудержим, он был огромен, у него было огромное желание проповедовать в Америке, и поэтому он преодолел все препятствия, которые лежали на его пути, и отправился в Америку, он приплыл в Бостон. Вы все знаете, вы все прекрасно знаете эти подробности, эту историю. Boston, New York, and Los Angeles, other, everywhere. But New York, where he started, I went there under the tree where he seated and chanted alone Hare Krishna Mahamantra with hippie. I have seen all that. И так он прибыл в Бостон, затем он присутствовал в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, и в Нью-Йорке он на протяжении длительного времени был фактически один. Он просто приходил и сидел в парке под деревом и пел Хари Кришна вместе с хиппи. Я сам бывал в этих местах, я видел, где это все происходило. The group of hippies association I have got by his divine grace. И по его божественной милости позже мне самому довелось обрести общество, общение этих групп хиппи. So many hippies with me also. И со мной сейчас также множество хиппи. But actually now they are not hippies. They are Krishna bhakti. Devotee of Krishna. Хотя на самом деле сейчас они уже не хиппи, сейчас они стали настоящими кришна-бхактами, преданными Кришне. Not ordinary devotee, they are all special devotee become by the grace of A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada and Guru Maharaj. И они стали не просто преданными, но очень особенными, особыми преданными по милости Шрилы Ачи Бхактивиданты Свами Прабхупады и Гуру Махараджа. Anyhow, he preached here 1 year so hard to preach and too much austerity we cannot conceive how much austerity he have got in first 1 year. After that, door opened for him in America,
And that first room where he started preaching Krishna consciousness, I have seen that room also. I was surprised. It is impossible. What is impossible? That happened through him. And he is very ordinary man, like my father. But which way he done it, I cannot conceive. And he himself cannot conceive. No one can conceive. For that, my Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, who is his Shiksha Guru, he told, it is the incarnation of Lord as Shaktavish avatar. Otherwise not possible by one single man. И на протяжении, в особенности на протяжении первого года проповеди в Америке, Шриле Прабхупаде приходилось преодолевать огромные трудности, ему приходилось проходить через огромные аскезы, очень аскетичные условия. Мы не можем даже представить себе, каким образом такое было возможно. И только потом, по прошествии года, перед ним стали раскрываться двери. И я сам был в той самой первой комнате, где он начинал программы по распространению сознания Кришны. Я сам видел эти места, и для меня это непостижимо, каким образом он сумел этого добиться, каким образом это стало возможно. И никто не в состоянии этого понять. Для меня это непостижимо. Для него самого этого непостижимо. Никто не в состоянии понять, как такой человек, казалось бы, обычный человек, подобный моему отцу, обычный человек сумел такого добиться. И поэтому Шрила Гуру Махарадж, Шрила Читар Махарадж говорил, что несомненно это воплощение Господа в форме Шакти Авеша Аватары. Господь действовал через него, иначе это было бы невозможно. I have got one chance to give lecture in front of His Divine Grace, both Guru Maharaj and Swami Maharaj, when opening Chandrodai Mandir that time. I was also present there. Suddenly they ordered me, Govinda Maharaj, you to speak something. It was not my idea, that big assembly and big meeting, there I will be invited for speaking something. But when Srila Swami Maharaj told Govinda Maharaj, you tell something, and what shall I do? I stand and I am thinking, what shall I tell? И однажды мне довелось читать лекцию в обществе, в присутствии Его Божественной Милости. Там были оба, и Шрила Читар Махарадж, и Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад. Это было на открытии храма Чандрудай Мандира в Майяпуре. И тогда там присутствовали все, это было огромное собрание, большое количество людей, и совершенно неожиданно для меня Шрила Прабхупада обратился ко мне и сказал: «А теперь ты скажи что-нибудь». Я и представить себе не мог, что мне предложат что-то говорить, что мне пригласят как лектора в том огромном собрании людей, но, получив такое указание, что я мог еще делать? Я стал думать, что же я могу сказать в таком случае, в таких обстоятельствах. Suddenly I am invited to tell. Then I am thinking, I am telling and thinking, what shall I tell? But by the grace of Guru Maharaj, I have got one clue. And through that I started my lecture. And lecture was very beautiful lecture. Later I heard that. Anyhow, there was main subject, whom shall I tell and who will believe, who was few days before my teacher, but my uncle, like that. No fame, no quality qualification was that time he had. But suddenly he became world guru. And not only that,
America, so egoist country, British, much egoist country, France, German, everywhere, people they are attracted by his preaching conception as given Mahaprabhu Chaitanya Dev. And he clean and clearly telling Chaitanya Mahaprabhu's preaching, and everyone they are happily receiving, no? That conception, Krishna consciousness, it is unbelievable. Like the Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and he is playing courtier of Nanda Maharaj, who is the cowherd leader, cowherd man leader. He is courtier, Supreme Personality of Godhead playing. Who believe it? No one believe it. And this is Swami Maharaj. He make channel and the egoist world, broken their ego and enter the Krishna consciousness, everyone's heart. It is unbelievable. This I am starting with this. Итак, неожиданно мне сказали читать лекцию, и я начал читать молитвы о Магьянте Мирандасе. А в это время сам напряженно думал, о чем же мне говорить. Я не мог понять, о чем же мне говорить, но по милости Гуру Махараджа ко мне пришла подсказка, я понял, о чем говорить, и позже. И на самом деле эта лекция получилась очень хороша, это была очень удачная, очень хорошая лекция. Позже мне об этом рассказывали. Итак, тогда в первый момент я начал рассказывать, я начал говорить, что... Кому я расскажу и кто мне поверит, что тот самый Абхай Бабу Учил Прабхупад, который всего лишь, казалось бы, несколько дней назад был моим учителем-наставником, но он был мне подобно родному дяде, очень близким человеком, что он сейчас распространил сознание Кришны по всему миру. То, что казалось невероятным, что он стал... гуру по всему миру, и не просто по всему миру, даже в западных странах, таких как Америка, Англия, Германия, Франция, повсюду люди с радостью, с огромным счастьем принимают идеи сознания Кришны, и это было, и это подобно тому, как Кришна является Верховной Личностью Бога, но кто способен поверить в то, что он играет во дворе Нанды Махараджа, который является всего лишь предводителем пастухов. Кто в состоянии поверить в это? Подобным же образом, кто в состоянии поверить, что Шрила Прабхупада сумеет добиться столь разительного успеха? Many distinguished scholars was there, and especially Krishnadas Babaji was very highly qualified in Krishna consciousness. They all was very enthusiastic to hear my lecture. И таково было начало моей лекции, такова была идея, на которой я основал, с которой я начал свою лекцию, и там было множество почтенных ученых, людей, сведущих в сознании Кришны, в особенности таких, как Кришнадас Бабаджи Махарадж и другие, и они были очень счастливы, очень рады услышать то, как я начал эту лекцию. And Srila Guru Maharaj told, without power of Sri Krishna, without power of Nityananda Prabhu, no one can do like this. И Шрила Гуру Махарадж сказал, что без силы, без поддержки Шри Кришны, без силы Шри Нитянанды Прабху, никто не в состоянии был бы сделать подобное. And Srila Prabhupada told to his devotee, if any solution you need to know about Krishna consciousness, go to Sridhar Maharaj. Sridhar Maharaj is my Shikha Guru. Then what shall I tell about him to you all?
И Шрила Прабхупада тогда же сказал, что если когда-либо у вас возникнут трудности или вопросы в их сознании Кришны, обращайтесь к Шридхару Махараджу, поскольку Шридхар Махарадж является даже моим шикшагуру. Что еще и тогда, что большее я могу сказать о нем перед всеми вами? It is that time recorded in tape recorder and later published in the form of book, Guardian of Devotion, little book. И эта запись этой лекции, эта лекция была записана в звуковом формате, и позже она была издана также в бумажном формате, на английском языке это называется «Хранитель преданности», по-русски эта книга была издана как «Братья». Conversation with Srila Prabhupada and Guru Maharaj. If you can collect that book, you will be super benefited. И эта книга описывает отношения Шрилы Свами Махараджа и Шрилы Гуру Махараджа. И если вы сумеете обрести эту книгу, прочесть ее, то вы обретете высшее благо. Super benefited to read that book. I am also very happy with that book. Anyhow, it is impossible if Krishna himself not will give to him. In Srimad Bhagavat, one sloka is there. Yeah. Cannot remember that sloka, Navajogendra. If Bhagavan, I am giving that example, if Bhagavan wants to give him, he different way can give. And if Bhagavan tell to us, I like samosa, I like rasagulla, and if you give samosa and rasagulla, he will be satisfied. Like that one sloka is there. I forgot that sloka. Anyhow, Krishna wants to give him in this age of Kali Yuga. He appear in the form of Chaitanya Dev. И если вы прочтете эту книгу, вы обретете огромное благо. И подобное было бы невозможно, если бы не воля самого Кришны. Если только сам Кришна не захочет отдать себя, раскрыть себя. В Шримад Бхагаватам есть один стих, одна шлока, где сказано об этом, что если Кришна хочет раскрыть себя каким-то образом, тогда это возможно, что если Кришна желает, чтобы его удовлетворили именно таким образом, чтобы ему предложили самосу или рисагулу, то ему необходимо предложить именно это в соответствии с его волей, самосу или рисагулу, и тогда он будет в высшей степени удовлетворен. Итак, Кришна желает дать себя, желает распространить себя в этот век Кали, и он являет себя как Шри Чайтанья Махапрабху. He have taken form of Chaitanya Dev and given his own name, Krishna Nam, all over the India. That time was very much enlightened by Krishna consciousness. And after Mahaprabhu, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, 64 centers opened in India and distributed the Hare Krishna Mahamantra. And after Saraswati Thakur, out of India, whole world enlightened by Krishna consciousness through his disciple Swami Maharaj, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Итак, Кришна захотел явить себя в облике Шри Чайтанья Дева, и он распространил свое собственное имя Кришна Нам
по всей наиболее просвещенной части мира, по всей Индии, и затем в дальнейшем это продолжил Шрила Сарасвати Такур, который открыл 64 центра по всей Индии, и далее его дело продолжил его ученик Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад, который принес эти идеи за пределы Индии и принес эти идеи по всему миру. We are preaching Krishna consciousness all over the world. But first he makes the tunnel, then we enter the Western world. И мы сейчас также проповедуем по всему миру, однако только по его милости, по милости Шрилы Прабхупады, который прорубил этот тоннель в горе западного эго, и только благодаря этому тоннелю мы проповедуем здесь. We are now more glorious in Russia. You see, there is Guru Gauranga Radha Madhav appear here and taking daily worshipping, daily honor, daily bhog, daily sankirtan, everything by the devotee. But all credit will go to A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И сейчас в еще большей славе наша миссия является здесь, в России. Эти божества, Радха Мадхава, Сундарджиу, они явились здесь, и они хотят принимать служение здесь, они хотят ежедневного предложения им боги различных подношений. И, однако, вся заслуга в этом целиком полностью лежит, вся заслуга принадлежит Шриле Ачхе Бхактивиданте Свами Прабхупаде, поскольку без него это было бы невозможно. In Russia I have seen, I am seeing and I have seen today also big preaching mission of us, where is located, the point is geographical location. I was surprised everywhere having so much influential devotee they are preaching Krishna consciousness. And what was 10 years before Russia a communist country, and now it's become Krishna conscious country, and in future what will be we do not know. И я раньше видел, и сегодня я еще раз увидел эту карту России, где указаны различные места, различные точки, где присутствует центр или где присутствует проповедь сознания Кришны. И я был поражен, я был удивлен тем, сколь широко распространилось это по всей России. Если раньше эта страна была коммунистической страной, то сейчас эта страна уже является сознающей Кришну страной. А что будет в будущем, я даже не знаю. We enter into the heart of the sincere seeker through Krishna consciousness, and it is very strong. I am seeing here devotee's heart. Мы входим в сердца преданных с сознанием Кришны через сознание Кришны. И я вижу, что здесь этот поток, это стремление преданных в особенности сильно. We can do so many questions about Krishna consciousness, but they are not doing so many questions. They are happy to get Krishna consciousness. This is impossible if Krishna not will enter himself easily, impossible to feel it. И о сознании Кришны можно задавать множество вопросов, подвергать его различным сомнениям, но эти люди у них не возникает никаких лишних сомнений, они просто, очень просто принимают сознание Кришны. И подобный процесс был бы невозможен, если только это не является волей самого Кришны. Если сам Кришна не хочет, чтобы люди очень легко обретали его, то это было бы совершенно невозможно. Then we are the Society of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur as Vaishnava school all over the world now spreaded Krishna consciousness by the seed
as Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И это учение, это вайшнавская школа, основанная Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром, ныне распространилась по всему миру через семя, посаженное Шрилой Аче Бхактивиданта Свами Прабхупадой. So much development happened before, middle and after. But day by day it is increasing, not decreasing, the preaching Krishna conception. И множество событий происходило и происходит и в начале, и в середине, и в конце, и поныне. Однако я вижу, что в целом все равно проповедь сознания Кришны не уменьшается, а только растет, развивается. Now I can remember that day back to Godhead, this magazine, Srila Swami Maharaj Prabhupada published, but no one was distributed that book. Сейчас я помню те дни, тот день, когда Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж издавал свой первый журнал «Назад к Богу», «Back to Godhead». Однако никто не стремился распространять этот журнал, это издание. But I was the first distributor of that book. И я был первым распространителем этого издания. And miracle is that I do not know one word of English. И чудо было в том, что я тогда не знал ни слова по-английски. But I was very proud to distribute that book. Но я был очень гордился тем, что у меня есть возможность распространять его. That pride not up to date decrease. It is increasing my pride. И это чувство гордости с того дня нисколько не уменьшилось. Напротив, сегодня я еще более горжусь этим. When Germany, there was one very big court case against ISKCON. That time, Hansadutt Maharaj, he given lecture in the court of Germany, High Court. And there, lecture published in Bhakti Godhead. And I have seen that, and I was completely moved to see that, astonished to see that. Je Hansadutt Maharaj, he is not qualified in Vaishnavism, but he learned Vaishnavism and have got qualification, and at present he is giving lecture to Germany High Court, and High Court accepted his argument. И я помню, как однажды в Германии шел один судебный процесс против ИСКОН, и в ходе слушаний этого процесса в суде выступал, давал лекцию Хамсадута Махарадж. И позже его лекция была опубликована также в журнале «Back to Godhead», «Назад к Богу». И я был, когда я увидел эту статью в журнале, я был очень тронут. Я был очень удивлен. Я видел, что человек, который изначально, быть может, не обладал глубоким пониманием или качествами вайшнавизма, обрел эти качества, и он сумел представить идеи в этом суде, на этом судебном процессе таким образом, что судьи приняли его аргументы, приняли его точку зрения. Maybe I cannot express nicely in English because my English very poor. But I am not shy for that. Anything I can say, they can translate very nicely in their own language. They are qualified. И быть может, мой английский недостаточно совершенен. Я не могу все изложить достаточно хорошим образом на английском языке, но тем не менее я не стесняюсь этого, поскольку вы все равно сумеете понять самую суть, вы квалифицированы, вы сумеете понять самую суть того, о чем я говорю. When I first met
which Avadhut Maharaj wants to take initiation from me. After initiation, I told, you are a good businessman, you are doing business in America, but you go back to Russia and make their business and preaching program, you will be extremely successful. And he taken my advice or blessings or anything you can say and come to Russia. And today you see what he is doing and what miracle we are seeing here in Russia through him. И я помню, как Шрипад Авадхут Махарадж обратился ко мне, я за инициацией, я дал ему инициацию, и после этого я обратился к нему и сказал, что ты успешный бизнесмен, ты русский человек, но ты успешно ведешь бизнес, свои дела здесь, в Америке, но я хочу, чтобы ты вернулся обратно в Россию и там занимался бизнесом, и там открыл проповедническую программу. И Авадхут Махарадж всерьез принял это мое наставление, это мое указание, и сейчас здесь мы все видим, какое чудо было явлено в результате, какого успеха он добился, насколько невероятен результат. Then it is not my job, it is not his job, it is not Guru Maharaj's job or Swami Maharaj's job. It is job actually Krishna himself. He has taken us as instrument and distributing this conception door to door all over the world. И на самом деле эта концепция, на самом деле эта работа была проделана даже не Авадутом Махараджем и не мной, и не Шилой Прабхупадой, и не Шилой Читаром Махараджем, но на самом деле все это сделал сам Кришна. В противном случае без его он только использовал нас как инструменты для того, чтобы распространить сознание Кришны от двери к двери до каждого человека, до каждой двери. Now, very sick body, I come here only wants to see the face of the devotees in Russia because I like them very much. I am embracing by mind. Everybody I cannot embrace physically, but by mind I am everybody embracing in Russia. I am seeing how much they are developed. I want to see that. For that I come, and I am seeing, I am extremely happy to see that. И я, несмотря на то, что сейчас я сильно болею, но тем не менее я пришел сюда для того, чтобы увидеть лица русских преданных, поскольку русские преданные очень дороги мне. Я очень люблю русских преданных, и мысленно в уме я обнимаю всех русских преданных, присутствующих здесь. Физически я не в состоянии, я не могу обнять всех и каждого, но в уме я обнимаю всех. И русские преданные чрезвычайно дороги мне, и я и их деятельность привлекла меня сюда, привела к тому, что я приехал сюда, чтобы увидеть. И сейчас, видя их всех, я испытываю великое счастье. Sri Guru Gauranga Radha Madhav given us so much the name, so much fame, so much honor, so much the preaching program and many things here in Russia, and we are enjoying with everything to see the devotees' development of Krishna conscious mood. И я вижу, что преданные здесь очень сильно растут, очень сильно развиваются. Шри Гуру Гауранга Радхамадава Сундара, они даровали мне все, они дали мне славу, возможность проповедовать, они дали мне все возможности здесь, в России, и сейчас я вижу, что по их милости преданные в России очень сильно, постоянно растут, развиваются в сознании Кришны. How much we are enthusiastic seeing the Avadhut Maharaj
we cannot conceive it. He is collecting all the preachers from all over the world. That is Goswami Maharaj, that Janardhan Maharaj, Siddhanti Maharaj, Akinchan Maharaj, and Bhagavad Maharaj, so many, Paramahansa Maharaj. So all Maharaj he is collecting for preaching in Russia, giving much honor to them because they are good preachers and they are extremely happy with his behavior. But he is not taking any position. Sometimes I am chastising him, but he does not care. He is sitting underground, under the, without asana, anything, sleeping anywhere, eating anything, 5-6 days only fruit juice. But how much enthusiasm he have, you see? He gone to Moscow. More development of our mission will be through his service. And he will come Saturday, come back. I am here. And he not stop his activity. And also, when I wants to come to see the Ethnoland program, he told not to come now, come later. Now I am so busy. I will be engaged with you, and my program will be massacre. You come later, 28, you come, and I come later. I understand his mood and motive, but now I am seeing in picture, in what? Video. Video, TV. Everything I'm seeing, I cannot conceive how much he is enthusiastic and preaching personality. This kind of devotee Krishna given us for his conception, preaching his conception. This is the fact. And now, so many places overflowed by Krishna consciousness. Not only Russia, everywhere. Yesterday I have seen from America, Eugene or Santa Cruz maybe, that Nitya Hari went for distributing prasadam to the Govardhan. Giriraj Govardhan Parikrama, there is millions of people doing Parikrama, millions of people. And he is alone, trying so much. One year he is trying to collect some money and he is distributing prasadam from morning 7 o'clock to night 9 o'clock, whole day. And who is doing parikrama? He is taking prasadam, luchi, puri, tarkari, and laddu, paramanno. Thousands of people passing the parikrama marga, and they are all taking prasadam. И Шрипатова Тут Махарадж, он приглашает многих проповедников, многих преданных сюда для того, чтобы предоставить им возможность проповедовать здесь. Он приглашает сюда Шрипада Госвами Махараджа, Шрипада Джанардана Махараджа, Шрипада Сиддханти Махараджа, Шрипада Кинчана Махараджа, Шрипада Бхагават Махараджа, Шрипада Парамахамсу Махараджа и многих-многих других. И он предоставляет им всем возможность проповедовать, поскольку он видит, что они являются хорошими проповедниками. Однако он никогда не
причисляет к себе каких-либо заслуг, какую-либо славу, но он всегда старается направить все внимание на них, на этих проповедников. Иногда я даже ругаю его за это. Я говорю, каким образом ты можешь так поступать, что ты сидишь на полу, не занимаешь никакого положения, ты ешь буквально что попало. Я слышал, что Авадут Махараш на протяжении целой недели или двух недель питался одним только соком, не ел больше ничего. Ты живешь в столь аскетичных условиях, я даже ругаю его иногда за это. И я вижу, что сейчас он чрезвычайно успешен. И даже сейчас, несмотря на то, что я здесь, он все равно занят в проповеднической деятельности. Он уехал в Москву для того, чтобы там распространять, чтобы там расширять наши программы. И когда я хотел сюда приехать, изначально я хотел приехать на еще летом во время фестиваля Этнолайф, Этноленд, однако Авадут Махарадж отговорил меня, он сказал, что если вы приедете сейчас, то я буду находиться рядом с вами, и в результате мой фестиваль, я не смогу уделить ему достаточно внимания, и там на Этнолайфе будет полная неразбериха в результате моего отсутствия. Он предложил мне приехать позже, 27-28 числа, и в итоге я послушался его совета, и я приехал только позже. И сейчас также Авадут Махарадж находится в Москве для того, чтобы дальше развивать проповеднические программы там, и я не в состоянии понять, каким образом ему удается все это делать. All this prestige, all this honor, all this development about Krishna consciousness come from the channel of Bhaktivedanta Swami Prabhupada in this Western world, and we are all indebted. Our Guru Maharaj said, we are very proud, we are happy, we are proud. And we are very glad. This is not my comment, it is Guru Maharaj's comment. Then today he is disappear. One letter he wrote to me, Yo Govinda Maharaj, you ask your Guru Maharaj, I have so many jobs still in the Western world, but I want to die in Vrindavan, and I feel that time come to die. So what shall I do? And I ask Guru Maharaj. Guru Maharaj gave an answer, and I gave an answer to him. Where you will stay, Vrindavan will go there. You don't worry for your death in Vrindavan. When time will come, you will get Vrindavan. If you will die in New York, Vrindavan will go to New York. You don't worry for that. But lastly that happened, he came to Vrindavan, and there he left his body. It was a miracle. Swami Maharaj's activity, Swami Maharaj cannot conceive. What happened? He told his lecture. I do not know which way it is happening, but it is happening, I am seeing. And I am very happy. Through me it is happening. And we are all like that. Yeah, lotus feet of His divine grace we have got from childhood to last day. And we are very happy for that. And now my days also finish almost. I know when I shall go, I do not know. But last it was my desire I shall go to Russia. Once I shall see the snow
there and see the devotee's face. But I have got here that everything fulfilling Radha Madhava by their grace. We are extremely happy. And now Vijayaraman done one big lecture hall. And staying room for me there, very big room. Before, when I came here, room was very small. Lecture hall also was 100 people. But now lecture hall very big and more extensive. You can extension more. Very happy, and day by day increasing this ashram, Sri Chaitanya Saraswati Math, St. Petersburg, and Moscow there. Now, communication going on, big ashram will be there, we think so. And what want avadhut, he will get that. By the grace of my Guru Maharaj, I believe it, and he will get it. Jai Om Vishnu Pad Sri Bhakti Rakhak Siddhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Sri Vad Om Vishnu Pad Sila Esi Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Tadiyo Tiro Bhav Tithi Parag Mahamahotsav Ki Jai. We also eaten little his palatable food. He is taking food, always enriched with ghee. He is sometimes chastising me, why you are taking dalda? You take ghee, but where I shall get ghee that time? 1 paise muri, that was my breakfast. И все заслуги, все возможности проповеди сознания Кришны в западном мире, все они, вся слава за проповедь в западном мире, все это приходит только по милости Шрилы Прабхупады, только благодаря его усилиям, только через его деятельность. И сегодня мы отмечаем день его ухода. И я помню, как однажды он написал одно письмо мне. И он писал мне, что, пожалуйста, спроси у Гуру Махараджа, задай ему этот вопрос от моего имени. И он писал, что я знаю, что у меня по-прежнему есть множество обязанностей в западном мире. У меня есть множество дел, которые я должен делать, я должен быть в западном мире. Однако я хотел бы оставить свое тело во Вриндаване, и я чувствую, что мое время в этом мире подходит к концу, я скоро умру. И поэтому спроси, пожалуйста, у Гуру Махараджа, как мне поступить в таком случае, следует ли мне отправиться во Вриндаван или оставаться в западном мире. И я передал этот вопрос Гуру Махараджу. Гуру Махарадж ответил мне, я передал этот вопрос в письме Шриле Прабхупаде, что там, где ты, там находится Вриндаван. Это не вопрос. Кришна всегда с тобой, он всегда придет к тебе на помощь, и если тебе доведется оставить свое тело в Нью-Йорке, это будет означать, что Вриндаван перенесся в Нью-Йорк, то Вриндаван придет к тебе в Нью-Йорк. Не сомневайся. Но так или иначе, так сложилось, что через некоторое время ему предоставилась возможность вернуться вновь во Вриндаван. И сейчас я чувствую, что мое время в этом мире уже подходит к концу. Я не знаю, когда мне предстоит уйти из этого мира, но у меня было желание приехать в Россию и увидеть здесь эти божества, увидеть здесь лица преданных, увидеть здесь снег. И все мои желания сейчас здесь исполнились. И все это к нам приходит только по милости Шрилы Прабхупады. Я помню, и сегодня также был приготовлен особый просад, блюдо, любимые блюда Шрилы Прабхупады. И я помню, как Шрила Прабхупада постоянно ругал меня. Он сам очень любил пищу, приготовленную с ги. Он постоянно ругал меня. Почему ты ешь этот сухой рис без ги? Обязательно ешь с ги. Но где я мог взять ги в те времена, в тех обстоятельствах? Мой обычный завтрак состоял из риса за одну пайсу из дешевой порции.
His father's house was Harrison Road. In the road, both side, other side, Malik family, and another side, his father living. Harrison Road, rich place. And first life he was rich. And when he make his business in Allahabad, there his business was the number one position. Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, they was customer of his shop, going to purchase the medicines, etc. And Guru Maharaj also met with him there. And he had two places. His bungalow was so big, and business was so rich. But Krishna wanted him as a beggar of his Sankirtan movement to distribute the holy name of Lord to door to door. Then gradually he became very poor. И дом отца Шилпрупады находился на Хадзен Роуд. Это очень богатое, место, богатый район. Рядом с ними их соседями были мусульмане. И совсем рядом в соседнем доме жила их семья. Это было очень богатое место, богатое окружение. И первая половина жизни Шилпрупады также прошла в богатстве, поскольку он был достаточно успешным бизнесменом. Когда он открыл свой центр в Аллахабаде, то в этот магазин зачастую, в его магазин за покупками приходили Джавахарлал Нейру, Индира Ганди, они были его клиентами. И Шрила Гуру Махарадж также встречался там со Шилпрупадой. Однако потом, по милости Кришны, Кришна захотел, чтобы он стал нищим, попрошайкой, его имя Кришна Санкиртаны, и поэтому постепенно все его богатство сошло на нет. His high thinking and lastly plain living, this style come to him. И поэтому очень простая жизнь и возвышенное мышление к нему пришла жизнь в соответствии с этими принципами. But plain living means not like us, our living style. His last living style I have seen, he is using lucky ghee, Vishwasar ghee, but never he is using dalda. And eating so much good things, kochori, singara, ладду, пури, etc. Culture, Allahabad culture. Однако его жизнь, простая жизнь, это не то же самое, что мы можем подразумевать под простой жизнью. Я видел, как жил Шилпрупада. Он был большим любителем хорошей пищи, приготовленной на ги, множество различных видов ги, множество различных блюд, поскольку такова эта культура, так принято в этой культуре. We celebrated today as possible by us, and also our all mart, they are celebrating this. In America they are celebrating, or Navadvip mart, they are celebrating as our family, extended family, ISKCON, they are celebrating so much. But Sankirtan Mahayoga, what he started, it's not will be stopped by the grace of Srila Prabhupada Saraswati Thakur, grace of Srila Guru Maharaj, and grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
И сегодня, насколько это возможно, мы прославляли его, мы отмечали, праздновали день его ухода, и это праздновалось не только здесь, но и во всех наших матхах, во всех наших центрах по всему миру. Но та слава, то движение Санкиртаны, которое он начал, оно никогда не остановится. По милости Кришны, по милости Шри Чайтаньи Махапрабху, это движение, движение Санкиртаны останется. He liked many songs, but Jai Radha Madhava Kunja Bihari, it is also his dear song. Everyone knows it. And I shall finish with this song, this meeting today. И он любил множество разных песен, но одной из его любимых песен была Джая Радха Мадхава. И сегодня я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю встречу пением этой песни. Джая Радха Мадхава, Джая Кунджа Бихари, Джая Радха Мадхава. Jaya Gopi Jana Ballabho, Jaya Giri Varadhari, Jaya Giri Varadhari, Jaya Gopi Jana Ballabho. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Yashoda Nandana, Jaya Braja Jana Ranjana, Jaya Braja Jana Ranjana. Jaya Jamuna Tiravana Chari, Jaya Kunja Bihari, Jamuna Tiravana Chari, Jaya Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Gopala Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Swami to Vishnu Mandal ki jai, Jai Haridas Thakur ki jai, Om Brahmanande.